Я снимаю. Подожди, успокойся, стоять. Давай, Лёша, это... Уже кто-то успел сдохнуть, это первый день. Это супер секрет. Это самое. Но мне, Лёша, шла легенда, что у этого человека, который умер, вместе с его телом захоронили в сокровище. Поэтому... Ну, поэтому что? Ну, копай. Только нельзя золото копай. Все, кроме золота. Почему? Копить. Оу, фак! Все, ты обречён. Оу, фак! Ты идёшь, Маш? Или ты... А, ты грэмл? О, молодец. Так. Сюда должны войти два человека. Ну, Ветр тоже с нами. Не знаю, Ветр, ты хочешь внутрь или ты хочешь полетать, посмотреть, как непроходимо? Понятно. Это The Maze Number One Version 1.0. А, кстати, мы не поприветствуем. Лол. Ну, пофиг, но быстрее мне. Пожалуйста, с вами Лёша, камерамен. Алло. С вами Артём, он злой. С вами я, Марк. Всё. Это, короче, мейз. Вам нельзя ломать вот эти вот следующие блоки. О, можно то сломать, только клей. Да? И вот. И теперь... Choose the set, можете выбрать один из двух. А, во-первых, не стоять, стоп. Теперь выбирайте один из двух сетов. Лёшка, ты выбираешь. Первый, ой, второй, вот этот, с луком. Окей, бери, Артём, значит тебе там, сбивай просто их, и тебе будет вещь выпадать. И, короче, вы боретесь за скор, то есть ваша цель набрать сколько можно больше этих эмералдов. И дойти до конца, короче, там конец-то будут свечки. Алёш, ты эмералд не взял сзади, дополнительный. Артём возьмёт, у него будет больше скор. А, нет, Лёша, да. Всё, понеслась, пошли вперёд. У кого больше эмералдов, тот идет до конца, тот выиграл. Понеслась. Стой, куда идти? Подожди, я не готов! Можно ломать только клей, я выбью. Все, понеслась. То есть, если Артём добирается первым, меньше эмералдов, он просрал. Сколько нужно искать, а потом бежать. Насрать, где этот выход? Здесь. Тут пусто. Леша. Подожди мне, Poor Man's Diary. And that, и все. И он сдох. Но он не успел дописать, он умер. И вот там кости, Rotten Flesh была, вся эта фигня. Кстати, вот эта херня, если вы не знаете. Ой, блин, фак. Этот прикол вы не знаете? Смотрите. Зачем я вам дал этот хед? Смотрите, смотрите. Дети его. Вуду! Ну, в общем, победил Лёша. Лёшенька, может, Артём вообще непонятно. Я обиделся, ребята. GG! Лёша, молодец. И это очень реально где-то... Не люблю все портить. Час делал где-то примерно это все. Ву, нифига себе, как это выглядит сверху. Сверху классно выглядит, да? Такой мейз. Ду-ду-ду-ду-ду. Помнишь, как этот, как паркур, когда я делал, там музыка была? Давай. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Теперь мы 360. Виталя вообще зафигачил. Смотри, вообще про... 360. Спасибо вам всем за просмотр. Я не знаю, что сейчас происходит. Это очень страшно. Надеюсь, вам понравился наш мейз. Ставьте лайки, комментарии и all that good stuff. Подписывайтесь. С вами сегодня были Артём, но он уже испугался и убежал. Но он вами... Нет, он делает уроки. Делать урок, как настоящий школьник. С вами сегодня был Лёша, камерамен. Алло. С вами был Эквик, также известен как молчаливый пацан. Кивающий. И с вами был я, Марк.
Привет, привет. И до свидания. Ты в дырку залетел, ветром задел, мы задел. Я всегда